Дорогая моя Михайловна, я хочу вас прежде всего сердечно поблагодарить за то, что вы пришли к нам на Кинопанораму. Мы вас давно ждем и очень рады, что вы наконец здесь. И не только просто к нам пришли, но пришли по поводу и в связи с премьерой «Балерины», в связи с премьерой фильма, который я лично имел удовольствие вчера смотреть. Я нахожу, что это прекрасное, просто прекрасное произведение, которое дает нам совершенно новые какие-то ощущения балета, драматического балета, такого свойства, которого мы никогда еще не видели. И я очень люблю «Кармен», поэтому рада, что «Кармен» снята. Потому что это одна из самых моих любимых ролей, если не самая любимая. И роль, которую я создала, это единственная роль, которую без традиций. Без всяких традиций. Альберто Алонсо поставил это специально для меня. Да, это удивительный балетмейстер совершенно. Просто, по-моему, я был вчера потрясен. Да, у него совершенно собственное видение. И хореографическое, да. И драматическое. Но здесь уже совершенно новая. Абсолютно новая лексика хореографическая. Интересная. Мы не будем считать, что классика кончена. Нет, ни она живет и все, правда. Без классики ничего невозможно. Но пусть к ней существует еще и новое слово, правда? Такое слово имеет право на существование. Здесь все драматично. Да, это воспринимается не как танец даже. Это воспринимается как какое-то драматическое действие музыкальное, правда. Ну, моя Михайловна, я хочу вам пожелать вашей картине, к которой я отношусь с большим действительно любовью и уважением. Она там прекрасно снята. И Алонсо там не только, Кармен не только Алонсо, это не только постановщик, но это уже вы. Это уже ваша картина. Я желаю ей большого успеха, большой удачи картине. Ну, а вам я хочу от своих товарищей, кинематографистов, сказать, что мы вас очень любим, очень ценим, очень уважаем. И очень спасибо. Рады, что вы среди нас. Спасибо большое. Танцуете и существуете. Я очень рада. Все, и что я делаю для людей. А мы тоже люди. А мы тоже люди. И последнее, чем я хочу сказать, меня очень, не то что порадовало, восхитила ваша актерская работа в «Ване Карениной». Это было удивительное для нас совершенно открытие такой актрисы, как вы, драматической. Это тоже очень приятно. Ну, большое спасибо. Спасибо вам большое.